Сфотографируй привидение и выиграй конкурс. Организаторы первой фабрики «Авангарда» и режиссер Андрей Федотов предлагают жителям города стать частью интересного проекта и помочь в создании нового фильма об Иванове. Если вы знаете мистические места областного центра или легенды о них, фотографируйте и присылайте. Наличие на снимках призраков, ведьм и прочей нечисти приветствуется особенно. Город молодой, но не без инфернальных историй, уверены организаторы. Отметим, что Андрей Федотов – автор детектива с элементами мистики о тайнах дома Дюрингера «Зеркальная зала». Автор собирает материалы для новой работы, ему нужна помощь. Снимать можно на все, что угодно – профессиональную или любительскую технику и даже на мобильные телефоны. И задумка автора Андрея Федотова, который вот обратился в департамент со своей идеей и, наверное, к первой фабрике «Авангарда», снять полнометражный фильм на тему мистика Иванова или как-то развернуть вот этот сюжет. Полицейский, мне пока не очень понятно, но для этого он хочет собрать фактуру. Сейчас задача собрать этот ряд более широкий, сделать, то есть поснимать еще какие-то места. А, конечно, это легче сделать ивановским фотографом, то есть буквально открывать и для себя, и для зрителей места, которые, может быть, даже не легендой какой-то, да, из известные, но которые визуально производят впечатление чего-то таинственного, жуткого, страшного, неизведанного и так далее.